покажу этот видос. Просто понимаете, Антоха, он человек достаточно интересный. Бля, какой пиздец. Так, подожди, а это что? Так, ладно, давайте я скачаю два видоса, мне просто интересно, что в них. Вот это и вот это. Вот покажу два видоса. Чё это такое, блядь? Так, хорошо. Короче... Фу, блядь. Короче, мы заселились в номер. Значит, чего бы вам начать? А, это мы только в номер заселились. Жемчужина нашего номера, это вот этот прекрасный... Да что вы понимали, как выглядит отель, блядь? Илья, блядь, который занимается лутингом, нахуй. Я пытаюсь найти вейп. Да, Илья, который пытается найти вейп. А я красивый, да? Смотрите, какой. Смотрите, какой. Это я, да. Молодой, красивый, взрослый. Ну реально, блядь, ну, посмотрите на меня. Я выгляжу так, как будто я... В смысле, блядь, хорошо, ладно, нет. Но я выгляжу так, как будто я приехал в Питере, ну, не просто лутать, типа, кармашки, а лутать и девчонок вообще жестко. Ну, да, у меня реально получилось. Пытается найти вейп. Значит, смотрите. Что у нас здесь есть? У нас... Я хочу сразу забегая вперед, проспойлерить, поскольку у нас не было вещей изначально. Мы при въезде в отель, когда ехали в Питер, мы заехали в огромный магаз и закупились шмотками. Обзор этот я вам пока показывать не буду, потому что это отдельная тема. Но я хочу просто, забегая вперед, сказать о том, что, ну, естественно, я свои трусы там грязные выкинул, чем мне их в Москву тащить? А Антоха поехал в Москву, блядь, с кульком нахуй. Типа, с кульком, блядь, грязных трусов и носков. Причем, блядь, я вообще, я не знаю, нахуя, блядь, вы бы видели... Там трусы назывались, короче, Пьер Кардин. И они стоили 150 рублей или 200, блядь. И вы бы видели, как эти трусы выглядят на Антохе. Это вообще пиздец. Это просто, это стринги, нахуй. Типа просто огромные... Я там чуть не умер от смеха, когда Антоха в них вышел из душа. Вот, я не смогу показать, типа, нет, нет вариков показать. Ты нравишься моей маме, .. мы с ней теперь деремся за тебя. Спасибо, я лайкаю это, спасибо, она мне тоже очень нравится. Вот, ну, соответственно, вы эти трусы все равно увидите, а это будет в логике, когда он смонтируется. Вот, и только с этим ебаным кульком ехал назад, блядь. Трусы сгоняли чисто из Петербурга в Москву. Здесь есть замечательный мини-бар. А я не знал, кстати. А, это просто холодос. В принципе, блядь, который, блядь, имеет в себе нихуя я-я-я-я. Вот. Крафт, ебать. Значит, здесь у нас есть шкаф. Бля, я вообще в эти места не заглядывал. Единственное, во что я заглядывал, это когда Антоха спал в его копилку. Между попой и трусами. Антоха, я тебе об этом не рассказывал, но это правда. Ты просто когда удобно так лежишь, и копилочку видно. Блять. Короче, кровать одна. Просто потому что, блять. Потому что нахуй. Ну типа отель в целом норм. То есть все, что нужно, есть. Хороший душ, ванна и кровать, на которой можно спать. Мы спали вдвоем. Банок не будет, нет. Увидеть, как грамот... Добро пожаловать на сервер «Безумные зомби». Что, блядь? Потом мы сможем как раз... Спасибо большое, это пиздец. Огромнейшее спасибо за музыкальное сопровождение, блядь. Потом мы сможем как раз увидеть, как грабят нашу машину. Вот отель очень... в центре, внимание. Очень удобно, да. Отель, вот, посмотрите, вот, то, о чем я говорил. Вид из окна. Отель в центре. Бля, это пиздец, нахуй. Это регально лютое, вообще полное, блядь. Я говорю, можно было просто посмотреть в окно и увидеть, как детей грабят, блядь. Я не знаю, там какие-то... Причем, что вы понимали, мы когда уезжали, тут сидело два ребенка лет 8, блядь, и играли в телефон, сидя у машины. Ты просил подешевле. Я просил нормальный отель, блядь, подешевле можно... Не, ну вообще, сейчас я, конечно, выебываюсь. Я говорю, мне, типа, отель зашел. Плюс ко всему, в узбечке действительно вкусно. То есть, реально, ну, в узбечке очень вкусная еда. Отель сам по себе хороший. То есть, я просто выебываюсь сейчас. Но просто сам сюр, что, типа, он по факту в центре, но при этом да. Вот такая хуйня. Как сказал Дрейк, находимся мы в самом центре Санкт-Петербурга. Если вот так вот выглядит центр Санкт-Петербурга, то понятно, почему здесь одни наркоманы, блядь. Значит... Осуждаю. Это ебанутый... Блядь.
Додавил, блядь. Я, кстати, приблизительно так и срал в тарелке, но это я вам расскажу попозже. Дальше. Что мы здесь? Значит, вот так тут все выглядит. О, мои боты. Сральник выглядит вот так. Здесь есть ванна, душ, хуюш и вот срать здесь. Я бы не удивился, если бы там черкаши были. Ну вот, все. Неплохо. Сейчас будем, значит, это отдыхать. Весь перекус нам обошелся в 3850 рублей. Да, да, 3850 рублей за два дня. Сейчас будем, отдыхать. Что? Срочно. Блядь, шептун. Блядь, а нахуй, сука. Мельвестим, вот это обрежь, блядь. Что? Срочно. Шептун, вот это обрежь, Мервисин! Ебаная, блядь. Бля, я забыл, что там эта хуйня. Это обрежь, это не вставляй. Все. Всем пока. До завтра. До завтра. А, я хочу сказать, что это, скажем так, как называется, есть сиквел, есть приквел. Это сиквел, а вот приквел. Блядь, Дивидос! Сука, сейчас. Сейчас я его открою, блядь, я обязан его открыть. Там просто... Прикол в том, что мы стояли на ресепшене. Сейчас я просто покажу, блядь. Проще показать, чем рассказывать. Сейчас. А-а-а, ловите его! Че, где эта хуйня, блядь? Да, блядь, как это... Сто, блядь. Привет, Питер. Здорово. Фу, блядь. Стой, блядь, как... Тоша! Почему звук заработал, блядь? Да ёбаный в рот! Блять, как сделать, чтобы это видно было, блять? Хочу показать видос, не могу. Ну! Блять, нихуя не крутится, сука! Бля, мне что, доллар платить, чтобы этот, чтобы уже расширение установить, это ёбаное, блять? Да подождите со своим поцелуем, блядь, и с трусами Тохи, подождите чуть-чуть, блядь. Блядь, я не хочу платить доллар. Почему не работает нихуя? О, ну-ка. Ну. Чё, блядь? А, можно же через другой плеер открыть. Ебать, я дебил, блядь. Ну-ка, подожди. Открыть. Сейчас, секунду. Я просто хочу очень показать этот видос. Открыть с помощью... О! А! А, ну, стой. Ну. Блядь, он только аудио у меня открыл, нахуй. Ну, короче, представьте у себя в голове, потом увидите в блоге. Блядь, это звучит вообще идиотски, нахуй. Короче, суть в том, что это мы стояли на ресепшене. В 5 утра, блядь. Там это ебучая, ну не ебучая, ладно, кассирша, короче, там была, которая нам пробивала номер, а Тоха просто врубил ту хуйню на полную громкость. Вот, ладно, не суть. Короче, блядь, честно, вообще нахуй не помню, что там дальше, блядь. Ну окей, мы заселились в этот ебаный отель. Дальше было что? А, ну и дальше начался, соответственно, пиздец. Короче, мы встретились с Дрейком, с нашим... Скинь в ТГ. У меня просто звук в ТГ не работает, блядь. Короче, не суть. Мы встретились...